Здравствуйте, ребята! Сегодня святвечер, и я для своей семьи готовлю кутю. Посмотрите, здесь отварная пшеница яровая, здесь вот изюм, много изюма, и мак. Мак этот измельченный с добавлением ванили и сахара. Сейчас мой муж-то бедненький работает, чистит орехи, он их поджарил и чистит орехи. Добавлю сюда еще орехи, и будет у нас такое праздничное кутю. Да. Грецкие орехи, которые у нас не дефицит и растут очень хорошо. Вот. Для нас это обыкновенное. Да, у нас грецкий орех растет. У нас, в принципе, это не деликатес. Слава Богу. Миндаль у нас растет. Вот. Ну, миндальный орех, в принципе, для нас это деликатес. А грецкий орех – это такое повседневная еда, которую можно себе позволить всегда. Я не знаю, как в других регионах, но у нас так. Растет у нас хорошо грецкий орех, поэтому... У нас еще и арбуз хорошо растет. Да, Херсонщина – это арбузный край. У нас самые вкусные арбузы. В мире арбузы. В мире, да. Как-то один пуэрториканец, ведущий программы, у нас тут много иностранцев ведут программы, да, попробовал наш арбуз, и он сказал, что вкуснее он арбуза никогда не ел. Поэтому это одно из таких... прославляющий Херсонскую область моментов. Это арбузный край. Да. Вот. И люди у нас хорошие, между прочим. Вот, люди у нас хорошие. Люди везде хорошие. Поэтому... Нет, у нас лучше. Я сварила узвар. У меня была копченая сушка. Вот. Сделала кутю. Сейчас добавлю орехи и... Вот такая вот красота у нас получилась. Я не варю кутю с риса, как-то я его не очень. Хотя люди у меня, соседи, он варили. Я люблю вот с такой яровой пшеницей. Она очень вкусная. Поэтому, ну, как бы сказать, каждый... Всегда так делают. Каждый имеет свой вкус. Для меня рис это более повседневное. А вот раз в году можно себе позволить именно такую пшеницу. Пшеница – это дань традиции. Да, это традиция, да. Пшеница – это хлеб, это традиции. Поэтому, ну, как на мое, так сказать, видение, это все-таки в кутю должна быть пшеница. Ну, а там уже как кто привык, как кому нравится. Вот. Вот такая вот, ребята, красота. А сколько ты насыпала туда? Изюма много. Там грамм, наверное, 400 изюма. Ну, 300 точно. Там целых 200 грамм мака. И, наверное, грамм 300 будет, или 400 орехов. Не, грамм 300 орехов, да? Да. Да. Грамм 300. Ну, уже очищенных. Очищенных, да. И пожаренных. Не, ну, здрасте, а кто не очищенные бросает? Ну, ты даешь, я за тобой повторяю. Ну, вот говорится, не повторяй. Можно в кутю положить мед, кто любит. Но я не очень люблю мед, поэтому я... Не ложу. И мне приходится с этим мириться, потому что я очень люблю мед. Ну, если ты очень любишь мед, ты можешь его добавить себе в тарелку. Поэтому... Да ладно, ладно. С волками жить, по-волчьи выть. Да. Вот видите, какая критика. Ну, что делать? Приходится терпеть. Вот так вот, ребята. Ну, ладно, ребятки. Я показала вам свою праздничную кутю. Рада всем новым подписчикам. Спасибо, что вы подписались на мой канал. И всех с Рождеством Христовым. Я поздравляю до вас всех с Рождеством Христовым, всех православных, у которых сегодня праздник. И неправославных тоже. Ну, неправославные, наверное, имеют другие праздники. Ну, я их тоже поздравляю, в общем-то. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх, пальчики вниз. Комментируйте, критика адекватная приветствуется. Неадекватов не надо.
Ну, люди имеют свое мнение. Ладно, ребятки, Каждое пока-пока. мнение интересное. Все, пока-пока.